Мы тут деньги раздаем. Друг, я хочу тебе 50 лир подарить. Спасибо, брат. Хорошего дня вам и хороших продаж. Спасибо, брат. Я сегодня добрый. Раздаю деньги. Спасибо. Маску надо одевать. Сейчас оденем маску. Я только убрала ее. Привет, а почем кукуруза? Можно маски? А, маску одеть надо? Сейчас одену маску. Очень сладкие? Есть сладкие, время и кисине. Хорошо. Сейчас подумаем. Один сет. Закрой, а то здесь много же приезжает. Давайте, друзья, посмотрим цены с вами. Блин, заставили меня маску одеть. Приходится через маску общаться с вами. Нам сказали, рынок по средам бывает. Органик натурель. О, картошка. Хорошая картошка. Сладкая клубника, да? А сколько я сказала, у меня лир? Я не знаю, Свет. А ты что хочешь, клубник купить? Полкило. Он грецкий, орехи 25. Попала, который там где ходили. Я смотрю, вы отоварились, да? А это немножко другие, да, шоколад? Мы как можно фисташки? Почем фисташки? О. Почем фисташки? Какой килограмм? Грецкий орех попробуем. 1 кило? Нет. 50 лир вошло килограмм, да? 2 килограмма 100 лир.
А ну давай, один кило. 1000 рублей получается надо. У них должно быть еще. А грецкий орех почем у вас? 85 лир. 85 лир килограмм. Это 850 рублей. А, ну да, 850 рублей получается. Цены как у нас. А фисашки почем килограмм? 100 лира. 100 лира, 1000 рублей получается. Фисашки, может быть, еще более-менее, да, Светлана? Сейчас, смотрите, они дешевые. А можешь эти фисашки взять все? Дорого. А что у нас дешево? 2 кило, 4 кило. Не, я тебя не снимаю, я только укроп снимаю. Это видео. И тебя не будет видно, не переживай. А ты видео 10 лир. Деги парасын ал. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Tek iştahlı olmaz zaten. Bizim için uzun olur da uzun satar, çok satarız. Bana. Halta aldım. İrfan abi. İrfan abi. $2. А почем вот это вы продаете? $8. $8? Да. Килограмм, да? Да. 7,5 лиры вот это кофе стоит. Дешевле, чем в магазине, кстати, который я вот предыдущий показывал. Камера. Ага. Тебя снять? $1. О, говорит, по $10 кроссовки. Вы верите, друзья? Вот такая маска почем у вас? 200 лир. 200 лир, это 2000 получается. Угу. Спасибо. Мы тут деньги раздаем. Друг, я хочу тебе 50 лир подарить. Спасибо, брат. Хорошего дня вам и хороших продаж. Спасибо, брат. Я сегодня добрый. Раздаю деньги. Ну, рынок очень большой. Магазины, где мы вот купили себе кожаные вещи. Идете еще прямо, я не знаю, там, наверное, полкилометра. И потом еще до конца доходите, право-лево можно поворачивать. Привет, друг. Привет, друг. Как ты? Да ничего, помаленечку. Вот здесь мы купили кожу меха. Вроде хорошие вещи. Привозят и отвозят бесплатно из вашего отеля. Магниты по доллару.
открывашки разные. Кальяны. Только цена, правда, не написана, почем они. Вот такие пляжные сумки. Нам положили товар. Можно еще и на пляж ходить так, с такими сумками, друзья. Друзья, кому понравилась вторая часть, рынок, цены на фрукты, продукты, лайки, комментарии приветствуются. Подписывайтесь на канал. Когда подпишетесь, нажимайте колокольчик. И выбирайте все уведомления, чтобы не пропускать наши новые интересные видео и прямые трансляции. На прямых трансляциях всегда сможете нам задавать вопросы онлайн. И делитесь в социальных сетях со знакомыми, друзьями. Так моему каналу YouTube будет лучше развиваться. Я думаю, вам не сложно поделиться моим видео. Вот. А если кто еще не видел первую часть до этого видео, смотрите. Возможно, вам будут интересны цены на кожу и меха. А в следующей серии мы с вами отправимся на прогулку. Будет морская прогулка у нас. Давайте, друзья, всем до новых встреч!